Пятничное утро по центральным улицам областного центра проехался целый кортеж автомобилей с флагами и призывами сдать кровь. Сегодня 24 апреля 2015 года. Благотворительный фонд «Славик» и Курганская областная станция переливания крови проводят акцию «Автомотодонор». Это ежегодная всероссийская акция, называется она «Автомотодонор», которая призывает всех автолюбителей города сегодня пойти сдать кровь, которая так необходима детям, болеющим лейкемией, и тем, кто пострадал в дорожно-транспортных происшествиях. Год за годом акция привлекает все больше и больше автолюбителей. Каждый из них понимает, что их кровь может спасти многих детей от неминуемой смерти. Эта болезнь, значит, не будем говорить неизлечимая, трудноизлечимая, требуются очень дорогие лекарства. Но самым бесценным лекарством в данном случае является человеческая кровь. Принять всех желающих на станции переливания крови в этот день не смогли. Поэтому волна, запущенная благотворительными автомобилистами, будет напоминать о себе еще некоторое время. Валерия Мельникова, Александр Менщиков, информационное агентство «Курган.ру».